Приветствую вас, и вопрос армии всегда очень деликатный, очень тонкий, индивидуальный и нисколько не является бредом. Вас это волнует, значит, это действительно война, как вы и написали. Что происходит? Когда вы были вместе с мужчиной, он удовлетворял ваше желание, делал вас счастливой, и вы были с ним счастливы. Сейчас его нет, вы не получаете этого внимания, и вы начинаете сомневаться в том, что он вам нужен. Потому что вы не получаете того, чего вы хотите. Ключевой момент здесь в том, что при любви, когда человек любит, у него есть стремление, безусловно, сильное стремление делать другого человека, того, кого он любит, счастливым. Вы, судя по всему, более акцентированы на своих желаниях, на своих потребностях. И это не есть плохо, это нормально. Но это говорит о том, что как таковой любви к мужчине у вас нет. Он вам нужен, вас им хорошо, он дает вам то, что вы хотите, но именно любви у вас к нему нет. И именно поэтому вы испытываете потребность в том, чтобы отношения закончить, вы сомневаетесь в них и так далее. Хотя сами же при этом понимаете, что на расстоянии невозможно давать то, что было даваемо при личном присутствии. Но тем не менее вас это не останавливает. И это говорит о том, что мужчина вас, может быть, и любит, а вы его нет. Ну, недостаточно сильно. И расстояние лишь показало, что он вам нужен как средство для исполнения своих желаний. Еще раз повторю, в этом нет ничего плохого, это совершенно нормально, и вы имеете право относиться к человеку именно так и строить свои отношения именно на таком вот основании и фундаменте. Но естественно, что при вашем отношении невозможно ждать этого человека из армии, потому что вам завидно, что у других девушек все хорошо, вы переживаете, что у вас все идет на спад и так далее. И здесь в первую очередь нужно слушать свое сердце, свои желания, если вы не чувствуете, что хотите ждать парня из армии. Если вы чувствуете, что он не ваш человек, что он не дает вам того, что вы хотите и хотите. Если вы не ощущаете, что у вас есть стремление к тому, чтобы дождаться его из армии, то смело известите его о том, что прости, но у нас ничего не может быть, я поняла, что я тебя не люблю и прочее, и начните встречаться с другим мужчиной, это будет честно для вас, это будет честно для него, возможно, он это чувствует уже сам по вашему поведению, возможно, нет, но по крайней мере, это будет честно, вы не будете обманывать ни его, ни себя. И когда он из армии вернется, вы с ним еще раз встретитесь, и тогда уже поймете, собственно говоря, есть ли у вас какие-то чувства к молодому человеку или нет. Если чувства внезапно вдруг вспыхнут, то об этом нужно будет ему сказать. Если нет, то, ну, значит, нет, это не ваш человек. Но помнить нужно об одном. Что вот то, что у вас происходит сейчас, вот этот спад, да, он произошел бы у вас так или иначе, даже если бы мужчина в армию не уходил. Просто произошел бы он немножечко позже. Позже, и все. Но от самого этого факта вы бы не избежали. И потому воспринимать то, что происходит сейчас, нужно как, знаете, как хорошую новость. То есть благодаря тому, что мужчины в армии, вы смогли быстрее понять, как к нему относитесь, быстрее осознать, что он для вас значит, и сделать соответствующие выводы. И справедливо, правильно в этой ситуации будет только то, если вы поставите его в известность относительно своих выводов, относительно своего решения, чтобы мужчина не жил ложными надеждами. Это будет справедливо по отношению к нему, если вы его уважаете и желаете ему счастья. А все остальное исключительно подчинено только тому, чего хотите вы, чего вы желаете, и именно в этом контексте нужно двигаться. То есть
ждать молодого человека, если вы не чувствуете в нем потребность, если вы не любите его, не желаете ему счастья, не нужно, не стоит, потому что момент здесь такой, что придя из армии, мужчина все равно будет другой, он уже не будет прежним, и вы, судя по всему, не готовы принять его изменения. Вы вообще не готовы принимать его таким, как он есть, да, это исключает какие-либо отношения с ним. Поэтому ничего страшного не происходит, все это естественно, нормально. Просто продолжайте отдавать себе отсчет в том, чего вы хотите, и поставьте об этом в известность мужчину. Может быть, что-нибудь вы решите, к чему-то придете. Но в любом случае, поговорить вам прямо об этом нужно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.